Афоня быстрее тебя обувается? Нет. Не он. Мам, не он. Не он, ты? Я. Молодец. Помоги, да. Сегодня тепло, не такие тучи, туман был сильный утром. Сейчас опять идем рвать горох. Жители приехали. Тут кабачки. Уже такие взросленькие. Уже даже цветет вот кабачок. Я сейчас в Сангистиль ездила в магазин. То, что у нас закончились же таблетки для посудомойки. Так что купила вот эти вот. Здесь 20 штук, 300 с чем-то стоили. 329 что ли, что-то такое. А вот эти еще взяла в Сово, здесь 25 штук. Тоже в такую же примерно цену. Поэтому вот взяла. Здесь будет гель, а здесь же порошок. Вот взяла краску для бровей Стель. Попробуем. Самой покрасить. Не знаю, как это, конечно, получится. Посмотрим. Надеюсь, что не станет мне хуже. Так, стол хочу заполировать. Взяла полироль для мебели. Посмотрим. Ну, вот наш обеденный. Потому что пользуемся, видно уже. Все царапинки мелкие. Посмотрим, как это работает. Так, гель для душа, потому что подзакончился. Самый дешевый. Взяла 79 рублей, потому что быстренько он у нас в пену превращается. Так, и еще две зубные пасты. Две пасты не одной там были. Доктор Проф. Вот такие вот две штуки разные. Так, посудомойку я заложила. Сейчас буду туда класть вот эту вот таблетку с гелем. Тут вот получается белый порошок и гель. Можно посмотреть. Так что сейчас добавляем все в посудомойку. Так, на обед у нас подлива. Здесь мясо кипит с подливкой. Морковка, лук, мяско. Ну и такая подлива от Магина второе решила. Чтобы побыстрее. Сейчас она потушится немножко. Здесь куриная грудка, поэтому она быстренько совсем. А здесь закипает вода для того, чтобы заварить чай. Чайник просто надо прокипятить, он будет дольше закипать. И спагетти на гарнир. И сейчас буду делать холодный чай. Это у меня графин. Здесь сахар, мята. Сейчас я все это немножечко потолку деревянной лопаткой. Добавлю сюда заварку и холодной воды. И будет вот такой вот чай. Все, будем обедать. Сейчас чаек заваривается. Пока покушаем спагетти с мясом, а потом чай. Я, кстати, знаешь, что сегодня еще купила? Сангистиль полироль. Хочу же стол попробовать. Так, вот он наш черный чай. Холодный, с холодной водой. Можно его охладить в холодильнике, но у нас нет времени, и мы будем пить так. Так, я сейчас намыла банок. Ну, здесь 5 штук. Ну, одна из-под молока. Вот, перемыла здесь посуду еще. Посудомойки кое-что. Вот, кстати, таблетки финиш, как всегда. Супер-пупер. Все отмыли, все стеклянное. Красиво и блестит. Вот, а у меня здесь уже закипел компот. Буду сейчас закатывать. Я 4 баночки. Еще газ, баллон газа не заправили, там чтобы под навесом. Поэтому пока в комнате. Так что вот намыла. Сейчас достану свою машинку. Так, вот она моя старенькая машинка для закатки. Сейчас я ее протру. Как мы переехали, в общем, я ей, получается, 4-й год уже буду катать. Несколько крышечек осталось, но надо уже покупать упаковку сразу, чтобы компотики закатывать. Григорий проснулся. Чего ты плачешь, Антон Сергеевич? Что случилось, Гриш, а чего он плачет? Прыгали, прыгали. Мы ж прыгаем сильно, он падает постоянно. Ну, значит, не надо. Мы, Гриша, мы не мучаем, мы так прыгали, ты ж сам тогда просил. Я не попросил. Ну все, Гриш, давайте, помирились, пожалуйста. Ты слышишь меня? Да. Так давай вперед. Мы помиримся. Привет, Афонечка, ты пришел из садика? Александр приехал, да? Там?
Ничего, Фуня просто стонал в садике и плакал, да? Наверное, неинтересно было. Расскажи, Афонь, как ты плакал в садике? Мама приехала. Мама не приехала? Ты ждал маму? Да. Ты там за мальчик. А с кем ты разговариваешь? Да, да. Да, что там говорит? А ну еще скажи. Кто тут за работники у меня? Мама, мне надо 150 штук сделать. Да? И что будет? Чтобы получить 1200. А по какой-то цене, интересно? По 12 рублей. Да? Гриша научился... Тогда получается 1300 будет, если еще с той зарплатой. Угу. 1300. Да, Гриша сегодня 100 рублей заработал, а вчера 200, да? И уже их потратил. Ну, мама сказала купить, я поехал, конечно. Ну, ты же сам захотел. Ну, еще я маме купил. И сам ее съел, да? Как сильно лук заходит в глаза, я даже не думала. А то не, ну это потому что ветра, наверное, нету, да? Ну, да. Вообще. Такой лучок отправляю. Скажи, мы сдаем по 12 рублей. А в Москве почем он? То если там горох по 300, да? Ага. А у нас по 50. Это бинокль. Это не тик-так, это часики, а это бинокль. А тик-так. А, да? Как, крутить так? Да. А, там, наверное, как компас. А ты думал, что это часики, а это компас. А это тик-так. Тик-так. Да. Так, а я тут нарвала вишню Майку и вторую партию компотика. Вот два графинчика. Оставила вишневого, такого темного, из темной вишни. А вот там Майка. Поставила. Сейчас еще включу посудомойку. И на улицу пойдем. Афанечка, а что ты там делаешь? Там огурцы. Ага, тут горошек помытый. Ты кушаешь? Мама, сапоги. А? Правда, ничего не видно. Не хочешь горох? Да. Ну не ешь, я ж тебе не заставляю. Уже светильничек загорелся, да? Гирлянда, ты видел? Ага. Уже горит, да? Нанавик. Угу. Он так еще и моргать может, да, сынок? Мама, включить, чтобы горело? Да. Где этот чистый мальчик? Ты куда завтра пойдешь? А, деда. До дедушки? Нет, до дедушки мы послезавтра. У тебя 3 дня будет выходных, да? Да. До дедушки поедем, еще в Динскую поедем, да? Да. Ты поедешь с нами? Когда в Динскую? Ну, день района же когда. Да. Не поедешь? Да. Что, труселей будем одевать? Да. Ну иди. Сына, расскажи, в садике что давали кушать? Макароны. Макароны? А ты их кушал? Да, кукли. А что, вкусные? Да. А что еще давали кушать? Суп. Суп? Да. А суп, наверное, был невкусный? Кукли. Вкусненький? А кака? А луп? Каша, суп, да? Да, кака, а луп. Каша и суп, да? Да. Понятно. Ты собачку видел сегодня? Нет. Не видел маленькую эту? Да. Она убежала от тебя, да? Да. Скажи, к нам какая-то там, где Шкиколе собака приблудилась, да? Да. Туда, к тому двору. А Гриша уже рассказывал. А Гриша уже рассказывал? Значит, перед гостем поедем. Где оно? Там оно. Щенок, да? Да. Скажи, щенок. Анок. Скажи, машина. Авена. Скажи, тетя Аня. Аня. Тетя Аня. Тетя Аня. Скажи, мама Вера. Мама Вера. А скажи, холодильник. Холодильник. Скажи, 46. Один веки. 46. Лопай.
вообще не похоже. А скажи стол. Стол. А скажи сыр. Это что такое? Скажи, дядя Виталик. Дядя Виталик. Виталик? А, Антоша говорил Славик, да, Вавик, Вавик, да. Дядя Виталик, скажи, да? А тебя как зовут? Вова. Афанасий. Вова! Ну, в садике, я же говорю, он Вовой будет. Ему так легче сказать Вова. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.